Что бы ни было, когда совершают зло, все равно случается то, что желает Бог. Мехбуб Продакшн представляет. Мать Индия. Дхарти мата дживан бхар, хам тере хи гун гае. В ролях Наргиз. Житни бар джанам хо пуна тери год ме ае. Раджендра Кумар, Радж Кумар, Канхая Лал, Джулу Ма. Фаридун А. Ирани. Композитор Наушат. Режиссер Мехбуб. Мама, в нашей деревне сегодня пуск нового канала. Жители деревни хотят, чтобы это сделала ты своими руками. Отказывается, ты же наша мать, мать всей деревни. Если ты не захочешь, то пуск канала не состоится. Скажи «да», мама. Субтитры сделал DimaTorzok.
правда, то правда. Такую свадьбу сыграла тетя Сундар, что во все округе люди удивляются. А почему бы и нет? У меня что, 10 или 20 сыновей? Бог дал мне лишь одного сына. И тетя, вы нашли такую красивую невестку, краше ее не сыскать во всей деревне. С лица воду не пить, главное, чтобы она была работящая. Почему бы нет? Даст Бог, она обязательно будет работящей. Сестра, послушайте, как вам сказать, в деревне говорили... Почему же ты замолчала? Ну говори, говори. Почему не скажешь? Послушай, тетя, ты уж не обижайся. Жители деревни говорят, что тетя Сундар заложила землю у Сукхилала, чтобы сыграть свадьбу. Ну надо же, землю заложила. Пусть мне это в лицо скажут. Все зубы выбью. Чего не дал Бог тете Сундар? Нет земли, нет дома, нет буйвола. Ну надо же, тетя Сундар землю заложила. Чтоб их... Землю-то я заложила. Если бы не заложила, то как бы сыграла свадьбу? Кто бы не заложил, а? Если над невесткой есть Бог, то выкупим. Мне кажется, что Бог над ней есть. Дай мне хоть что-то сделать. Ну, хорошо, возьми, подмети сама. Что это ты сделала? Только вышла замуж, а уже сняла все украшения? Если не о себе, то хотя бы обо мне подумала. Я даже не рассмотрел тебя толком. Давай, одевай. Продай их. Это еще зачем? Хоть немного уменьшится долг. Какой долг? Мама заложила землю, верно? Абсолютная ложь. Это жители деревни так шутят. А если даже и заложили, то что из того? За 4 урожая полностью выплачу деньги Лали. Давай руку. Пусти меня. Послушай, мама увидит. Пусти же. Ну и что, что увидит? И не будет стыдно. Пусть стыд останется в этой корзине. Дай Бог, чтобы мама пришла. Пусть приходит. Клянусь, они так красивы на твоих руках. Молю Бога, чтобы тебе всегда нравилось на них смотреть. Почему нет? Так будет, пока я жив. Тогда я буду снимать украшения каждый день. Зачем? Чтобы ты их каждый день надевал. Конечно, конечно. Ах ты, негодник, и как тебе не стыдно? Во всей деревне только ты один женился. Если кто увидит, то плюнет тебе в лицо. Бессовестный. Невестка, и ты хороша. Ну что мне сказать? Хотя, в чем его вина? У этого парня отец был такой же. Боже, посмотрите-ка на нее. Сначала огонь в печке разожги. За что ты держишься? За свою голову? Перец уронила невестка. Послушай, невестка. Не позволяй ему часто приближаться к себе. Да перестань же, не то он сядет тебе на шею. Эй, красавица Камла, поосторожней ходи, как бы ножку не подвернула. С
Сукхилала. Это нога не мужчины, а женщины. Идем. Ну вот, невестка обиделась. Это я про кувшин говорил, он же из глины, как бы не разбился. Пока ты жив, у кого в деревне может появиться медный кувшин? Да, мне хочется, чтобы на твоей голове блестел золотой кувшин, но меня никто не слушает. Сейчас никто не ценит доброту. Идем. Ну идем же. Иди-ка лучше на пруд и прополощи рот, а то от тебя дурно пахнет. Зачем обращаешь на него внимание? А кто это? Вообще-то местный ростовщик, но у него дурной глаз. Бери еду и пойдем вместе. Радха, Радха, ты пришла, пришла моя Радха. Но, Радха, что же ты опаздываешь? Ну, хорошо. Иди сюда. Садись, садись. Радха, я хочу, чтобы с завтрашнего утра ты приходила сюда со мной. А еда? Да не беспокойся ты об этом. Для меня еда — это ты. Клянусь Гангой, какая вкусная еда приготовлена твоими руками. Соли не маловато? Опять ты за свое. А соли можешь даже не вспоминать, Радха. Когда будешь готовить еду, ты лишь прикоснись к ней рукой, все сразу станет соленым. Дай-ка посмотрю, сколько соли в твоих руках. Где же соль? Посмотри. Где? Боже мой! Вся соль со всей деревни в тебе, Радха. Клянусь Гангой. Посмотри-ка, посмотри. За два дня хна сошла. Ну и что? Да ничего. Я вижу, что ты ничего не понимаешь. Радха, молодой жене нельзя столько работать. Мне же больно это видеть. Молодой жене? Уже прошло два дня со свадьбой. Ну не два же года прошло. Радха, ты же должна 2-4 месяца покрасоваться, потом не будет возможности. Пусть тебе позавидуют женщины. Хорошо, сядь подальше, кто-нибудь увидит. Да никто не увидит. Пусти. Да никто не увидит. Пусти меня. За что мне такое наказание, Радха? Дома ты матери боишься, на улице людей, мы что, воруем что-то? У нас должны появиться дети, что же нам делать, Радха? Тогда зачем ты сейчас начал об этом говорить? Когда Бог пошлет нам этот день... Пошлет? Что это значит? Обязательно пошлет. Послушай, Радха, у нас есть 25 бикхов земли, и мне нужны помощники. За 4 урожая мне нужны 4 крепких малыша. Один лучше другого. Ах так, Шамбу. प्यार न डर बीती उम्र आएगी ना कल अरे पागल अरे पागल तो कर
प्यार न डर बीती उम्र आएगी ना कल अरे पागल अरे पागल कुछ दे दे निशानी अरे कुछ दे दे निशानी दिल तेरा दीवाना मेरी अखियां भी दीवानी अरे कुछ दे दे निशानी भरी मेरी गली साथ मेरे चल दुनिया है बड़ी जादू भरी मेरी गली साथ मेरे चल करना है तो कर प्यार न डर बीती उम्र आएगी ना कल अरे पागल अरे पागल Невестка, накорми малыша молоком. Ах ты негодник, что ты тут делаешь? Куда ты лезешь? Иди сюда. Сегодня я очень счастлив. Я дам тебе зерна. Возьми еще. Сегодня я безумно счастлив. И ты иди сюда. Вот, возьми. Что же ты делаешь, Шаму? Разве так можно, что ты делаешь, Шаму? И ты возьми, возьми. Успокойся, Шаму, не спеши. Сын же родился у тебя, а не у меня. Попридержи свое рвение. Да ладно тебе, откуда ты можешь знать, что чувствует, когда рождается сын? Значит так, иди и порадуйся за меня. Тетя, эй, тетя, иди сюда, тетя. Ну, чего ты раскричался? Иду, у меня родился внук. Можешь меня поздравить. Тетя, ты думаешь о поздравлениях, а меня скоро по миру пустят. Вон, посмотри, он разбазаривает все зерно. Если хочет раздавать, то пусть раздает свою часть. Зачем он притронулся к моей доле? Какая часть, Лала? Тетя, ты все время забываешь. Третья часть урожая ведь моя. Третья часть? Да. Третья часть твоя или моя? Моя. Лжешь. Я что, слепая? Разве так можно? Раз я старая, то можно меня так нагло обманывать? Мама, в чем дело? Я соберу старейшин. Братья, вынося решение, подумайте хорошенько. Я всем помогаю, когда у кого-то проблемы. Теперь решайте. До тех пор, пока я не выплачу одолженные мною 500 рупий, до тех пор я буду выплачивать каждую третью часть своего урожая. Вы слышали, старейшина? А теперь посмотрите, вот отпечаток пальца тети. Тетя, а теперь поклянись перед старейшинами водами Ганга, что это не твой отпечаток. Я не знаю, что там у тебя написано, говори языком. Язык я хорошо знаю. Разве не ты сказал, с каждого урожая три части твои, одна часть моя, как процент? Разве не ты? Дядюшка, глядя на седые волосы тети, я даже ничего не спросил, выложил 500 рупий, которые она не смогла унести за раз. Но если вы перережете мне горло, то я пойду прямо в суд. А кто боится суда, низкий-то человек? Суд не настолько слепой, наоборот, посадит в тюрьму тебя. Вы слышали, старейшины? Послушай, дядюшка, он посадит меня в тюрьму. Шаму, если я, позвав полицейских, не отберу у тебя всю землю, то считай, что это не усы. Усы! Нет, нет, в нашу деревню никогда не придет полиция. Решайте все здесь. А ты что скажешь, дядюшка? В нашей деревне полиция никогда. Тогда решайте. Садись, садись. Говорите, старейшины, что вы решили?
Раз написано, значит, придется отдавать. Вот это справедливо. Дядюшка, еще одно. Пусть Шаму тоже приложит свой палец. Как можно надеяться на старуху? А если она завтра протянет ноги? Протянешь ноги ты и вся твоя семья. Я уйду на тот свет, когда остынет твой погребальный костер. Надавив на старейшин, ты решил все в свою пользу. Ты отнимаешь хлеб у моих детей. Бог все видит, и ты за это заплатишь. Пока я жива, Шаму не поставит свой палец. Идем, Шаму. Дарья катти жае ре, умрия ghatti jaye re. Kaam kathan hai jeevan thoda, kaam kathan hai re. Kaam kathan hai jeevan thoda. पगला मन घबराए जो दरिया कटती जाए रे उमरिया घटती जाए रे दुख दर्द सहे बन जा रे भैया धूप में देखे तारे दिन रात बहाए पसीना हम कुछ हाथ ना आए हमारे कुछ हाथ ना आए हमारे हमरी सारी मेहनत माया ठगवा ठग ले जाए जो दरिया कटती जाए रे उमरिया घटती जाए रे पे कितने बारा मासे बीत गए रे आके रामा बीत गए रे आके दुनिया के लिए है लीला तेरी हमरे भाग में फाके रामा हमरे भाग में फाके कागज हो तो बाच लू रामा भाग न बाजो जाए जो दरिया कटती जाए रे उमरिया घटती जाए रे संसार में तेरे लूट मची और जान के पड़ गए लाले और जान के पड़ गए लाले अब रोग जन्म की चक्की रे अब रोग जन्म की चक्की रे संसार चलाने वाले संसार चलाने वाले काल पड़ा है रोटी का और दुनिया बढ़ती जाए जो दरिया कटती जाए रे उमरिया घटती जाए रे Ему. Почему? Он не сделал мне чижика. Я сделаю тебе 50 чижиков, только не обижайся. Ладно, дай. Эй, эй, что это за грабеж? Сухи Лала еще не получил свою долю, а этот уже набрасывается на чужое добро. Высыпай все, высыпай. Ну-ка. Не будет высыпать. Надо же. Какой отец, таков и сын. Племянничек, здесь есть и дядина доля. А ты разве работал? Сынок, я дал твоему отцу взаймы 500 рупий. Ты знаешь это? Лала, иди сюда. Что? Ты вор! Что? Я вор? Да. Я вор? Да. Ты вор, вор, вор! Вор! Убери ее, убери! Послушай, если Лала рассердится, то будет очень плохо. Посмотри, что делает Бирджу, останови его. Ладно, ладно, ничего страшного. Мой зонтик за 5,5 рупий. Шаму, клянусь Гангой, запомни эти 5,5 рупий, я приплюсую к твоему долгу. Лала, зонтик, Лала!
Посмотри, посмотри, что он сделал с моим зонтиком. Мой зонтик. Мой зонтик. Вирджо, отдай. Отдай, говорю. Возвращаешь мне сломанный зонтик? 5,5 рупий я уже приписал, запомни, Шаму. Да чтоб тебе пусто было. Шаму, сегодня этот твой Бирджу хотел ударить меня палкой. Бабушка врет, я хотел ударить Раму. Раму хотел. А Раму ты за что хотел ударить? Он украл сахар. Это не я украл, это он украл. Зачем это? Сядь, зачем? Садись. Это же дьяволенок. Бабушка, не называй меня дьяволенком. Сядь. Не то ударю. Мама, я тоже буду есть. И я буду. Хорошо, хорошо. Слушайте. Жила-была крыса. И было у нее 5 хвостов. Бабушка, не ври, у крыс 5 хвостов не бывает. У них бывает 1 хвост. Зачем ты обманываешь? Я расскажу тебе сказку, хорошо? Хорошо. Жил-был один тигр, я его задушил. Потом у меня была сабля, я схватил ее. И потом сел на коня. Потом сел на коня и помчался вперед. А потом я еду и встречаю еще одного тигра. Я разворачиваюсь и хочу ехать домой. Потом слезаю с коня и начинаю его гладить. Глажу, а потом тигр умирает. Ну, как лошади умирают. Потом я привожу еще одного тигра и отвожу его в другой дом. Когда я отвел его, то вижу, идет злющая крыса. И я убиваю ее ножом. Не хулиганьте, я сейчас приду. Здравствуйте, пандит Джи. Здравствуйте. Хорошо, хорошо, и младшего привела. Это ты правильно сделала. Все люди говорят, что выучившись, человек становится слабым. Кто это говорит? Вот я разве слабый? Эй, пандит Джи, ты уж поаккуратней с ним, иначе он сам научит тебя. Можешь не беспокоиться, Камла Деви. Пандит Лалит, Прасад и не таких дьяволят усмирял. Пандит Джи, научи его так, чтобы, когда он вырос, смог прочитать все долговые книги Сукхилала. Долговые книги Сукхилала не сможет прочитать даже английский король. Я прочитаю. Давай-ка иди и сядь на свое место, иначе посажу тебя петухом. Пандит Джи, не сажайте петухом моего Бирджу. Нет, дочка, без петуха знаний не наберешься. Я раз 300 петухом сидел, только тогда я стал таким образованным. Да-да, Радха, сидеть петухом нужно обязательно. Хорошо, что мы с тобой не учимся, иначе он и нас бы заставил сидеть петухами. Это же Биту! Биту! Вставай! Чего ты сидишь петухом? Эй, Бирджу, что ты здесь делаешь? Иди на свое место и учись, иди. А я все равно все знаю. Что ты знаешь? Иди сейчас же на свое место. Сядь! Зачем ты бьешь моего брата? Старший брат пришел защищать. Давай, вставай, петухом! Вставай, петухом! Вставай! Давай! Вставай, петухом! Ну же! Брось рогатку! Не брошу! Сначала ты брось палку, не то худо будет! Теперь вот стой так до утра, разбойник!
Слушай, невестка, если ты дашь ему поесть, то я рассержусь. Кого-то палкой ударил, с кого-то стянул тюрбан, камнем бросил. Что это? Лунный дядя для всех нас приготовил сладости. Всех угощал из тарелки и бабушке дал на радостях. Бабушка неожиданно умерла, а папа испугался и убежал. Бабушка, дай мне поесть, или ты у меня получишь. Стой здесь и сохни. Мама меня накормит. Твоя мама тебя накормит. Послушай, невестка, если ты дашь ему поесть, то вместо него я привяжу тебя, так и знай. Так и знай. Твоя мама тебя накормит. Бабушка спит. Неси поесть. Садись, садись. Не надо, невестка. Оставь мои ноги. Отвяжи его. Кого? Будто ты не знаешь. Пусть еще постоит. Боже мой, он наверняка голодный, уже ночь на дворе. Иди, иди, дай ему поесть. Да, зачем же спешить? Бог ты мой, ну что ты за мать? Если бы я была на твоем месте, то давным-давно уже накормила его. А он уже ест. Ест? Ты дала ему еду без моего разрешения? Я что, уже умерла? Бабушка умерла! Что ты ешь? Сладкий горох. Как тебя зовут? Бирджу. А меня Тиджу. Да ладно завирать, это же мальчишечье имя. Мальчишечье? Тогда сказать правду. Меня зовут Рупа. Рупа. Отдай! Отдай мой горох! Эй, что здесь происходит? Что это? Это же всего лишь ребенок. Ребенок, отняв у девочки миску, утирает. Если это не грабеж, то что же это еще, тетя? Отдай же. Возьми. Идем, идем, мне нужно кое о чем поговорить. Дай ему немного гороха. Вот, возьми, возьми. Проходите. Успокойся. Я слушаю, говори. До урожая осталось месяц-полтора. Дай взаймы немного зерна. В доме совсем нечего есть. Дай. Тетя, ты можешь меня съесть, может, тогда успокоишься. Клянусь Гангой, я устал давать тебе в долг, а то, что дал, об этом даже не заикаешься. Разве ты не забираешь у нас треть урожая, Лала? Тетя, ты же знаешь, это проценты. Долг как был, так и не уплачен. Значит, дети должны умирать с голоду? Ну, хорошо, пусть дети не умирают с голоду. Покажи, что ты принесла в залог. Давай. В залог? Лала! Ты мне не доверяешь? Дело не в доверии, тетя. Можешь просить все, что угодно, клянусь Гангой. Лала тебе никогда не откажет. Но войди в мое положение, не обижайся на меня. У меня же тоже хозяйство. У меня ведь тоже живот есть. Вот ребенок растет без матери. Вот ты скажи, для нее ведь тоже нужно что-то собрать. Если у тебя ничего нет, то у невестки есть украшение. Не смей даже произносить ее имя. Хорошо, я не буду, забудь. В доме есть медная посуда. Посуда? Да, посуда есть. Неси. Раму, иди и скажи своей матери, чтобы дала домашнюю утварь. Я расколочу его голову. Эй, Бирджо, я не дам забрать посуду, Сухилала-вор. Я ничего не отдам, Сухилала-вор. Сухилала-вор. А нам тогда что останется? И чего мы будем есть? Мама, Сухилала говорит, отдайте всю домашнюю посуду, тогда дам зерна. А так нет. Послушай, сынок, я же сказал, что не отдам. Дай, Бирджу. Я не дам, это моя тарелка. Ты не дашь эту тарелку?
Папа тогда будет голодным. Раму будет голодным. Бабушка тоже будет голодной. Я должен ее отдать. Иначе ты тоже будешь голодной. Забирай ее. Спускайся вниз, я принесла поесть. Я не буду, ешь сама. Немного опоздала, не могла разжечь огонь. Принесла, попросив милостыню. Да нет же, почему ты так говоришь? А как еще сказать? Да тебе вообще не нужно было приносить сюда эту еду. Но ты бы остался голодным. Ничего страшного, пусть Богу станет стыдно. На свет родила, хлеба не дал. Зачем ты так? Давай, поешь. Так, уже и посуду Лала забрал. Я кое-что придумала. Наша земля, ну, те 5 бикхов земли, они пустуют, на ней просто растет трава. Мы ее вспашем, засеем, на нее Лала не имеет никакого права. Ты думаешь, спахать эту землю так просто? Половина земли камня, а другая толстые-притолстые деревья. Мои буйволы умрут через 2 дня. Они все равно умрут. А еще раньше Лала нас всех в гроб загонит. Я с завтрашнего дня начну вспахивать землю. Я же говорил тебе, кругом одни камни. Всего лишь буйвола, вы так опечалились. Да что значит 100-150 рупий? Лала же не умер, тетя. К тому же лишь Сукхи Лала всегда вас выручал, как никто другой, верно? Клянусь Гангой. Шаму. Замолчи, мама. Уходи, Лала, иначе тебе не поздоровится. Какое преступление совершил Лала? Лала вор? Разбойник? Тетя! Шаму, отпусти его. Отпусти Шаму, ты же задушишь его. Пусти Шаму, пусти, отпусти его. Отпусти! Невестка! Невестка, помоги! Да помогите же кто-нибудь! Невестка, убили! Убили! Жители деревни, спасите меня! Шаму, к завтрашнему дню будь готов. Если я не отберу у тебя поле, дом, землю, буйволов, то мое имя не Сукхи Лала. Я раздену тебя, раздену! Раздену, ты понял? Эй, крысенок, отдай тюрбан! Это твой отец, крыса! Сукхи придет сюда и будет есть траву! Я говорю, отдай тюрбан! Эй, крысенок! Твой отец, крыса! Отдай тюрбан! Не отдам! Отдай биржу! Не отдам! Отдай! Ничего страшного, тетя! Ты все видишь! Это я забираю на память!
Я же говорила, убийца, если будешь так обращаться с Сукхи Лалой, то что будет дальше? Но ведь Лала же не бог. Не бог? Тогда иди и приведи из дома бога нового буйвола. С каким лицом теперь я пойду просить деньги у Сукхи Лала? Не нужно просить у него денег. Как умер буйвол, пусть так же умрет и вся семья. Пусть умрет, и дети пусть умрут с голоду. И даже эта еда куплена на его деньги. Да эту еду я лучше спалю, мама. Нет. Отойди, Радха. Отойди. Отпусти, я говорю. Мои дети голодные. Пусти. Мои дети голодные. Отойди. Эту еду дети не будут есть. Мои дети голодные. Купи на них буйвола. Молодец, Радха. Молодец. Молодец, Радха. Давай, давай, Радха. Давай, Радха. Молодец. Помогите, брат Шамбу, дядя Ману. Брат Гора, помогите. Помогите. Помогите, дядя Мадан! Было бы лучше, если бы я умер. Да бог с тобой. Было бы лучше, если бы я умер. Зачем ты так говоришь? Радха, какой смысл теперь жить? Не говори так. Пока ты со мной, я перенесу любые трудности. Ради бога, не говори так. Папа, покури мою. Давай. Папа, мою покури. Давай. Ты куришь?
Сынок, дети сигареты не курят, выдохни дым. Молодец. Больше никогда не кури. Никогда не буду курить, папа. Хороший мальчик. Вот, покури еще. Папа, я буду приносить тебе сигареты, давать курить. И не будет никаких проблем. Эй, невестка. Бабушка, подожди, я сейчас позову. Я сейчас. Мама, поторопитесь. Мама, подожди, я возьму. Мама. Бог ты мой! Брат Шаму, зачем ты поешь буйволов грязной водой? Джвала Сингх, отведи их к своему колодцу и напои чистой водой. Нет. Не делай этого, Лала. Это почему же, братец? Да и к тому же, что ты теперь будешь делать с этими буйволами? Завтра все равно тебе придется их отдать перед старейшинами. И разве деньги Лала были такими грязными? Лала, ты не сможешь спокойно жить. Не отбирай у маленьких детей последние. У меня нет рук. У меня нет рук. Рук нет, и тебе не стыдно. Дети умирают с голода, а ты целыми днями ешь за двоих и сидишь на шее у двух женщин. Лала, бессовестно, испачкай себе лицо и сядь на площади. Если тебе так дорога жизнь, то проси подаяние и живи как собака. Что вы смотрите? Забирайте буйволов. Не смейте, я не дам их забрать, не позволю. Не позволю и не дам забрать тебе моих буйволов. Надень на шею, Лала, колокольчики. Сделай из Лала буйвола. Джвала Сингх, я совсем забыл. Одень-ка эти колокольчики на шею брату Шаму. Радха, это тоже от мисси Лала. И тебе не стыдно? Дети умирают с голода, а ты целыми днями кушаешь за двоих и сидишь на шее у двух женщин. Бессовестный, если ты так дорожишь своей жизнью, то проси милостыню и живи как собака. Thank you.
Мама! Ну что еще? Мама, я знала. Я знала. Что знала? Мое сердце подсказывало. Нет его туфель, нет его одеяла. Я еще вчера заметила, мама, еще вчера мое сердце. Невестка. Точно. Мой Шаму ушел. Нет, нет. Нет. Что случилось, бабушка? Не нашла папу. Что, папа потерялся? Папа обиделся на меня и ушел, сынок. Обиделся и ушел? Ну и пусть идет. Я же с тобой. Почему ты плачешь, мама? Ну почему? Можно я кое-что скажу? У папы нет рук. Кто же его накормит, мама? Кто? Поэтому я ищу его, сынок. Не плачь, мама. Мы пойдем его искать. Now
Ой, бабушка, не встанешь? Тогда я оболью тебя водой. Не встанешь? Бабушка, ну вставай, вставай, бабушка. Вот увидишь, я оболью тебя водой. Вот увидишь, вот сейчас. Не встанешь? Все, несу воду. Ну вставай, бабушка. Все, я лью воду. Перестань, Берджу, перестань. Подожди, я позову маму. Мама, бабушка крепко спит. Не просыпается. Мама, почему они едят сладости, а нам даже не дают хлеба? Это брахманы. Души умерших корми сладостями, а живые пусть умирают с голоду. Таков обычай. Тетя Камла, откройте дверь! Тетя Камла, открой дверь! Мама, открой дверь! Мама, открой дверь! Мама, дай нам подержать маленького. Красавица Радха. Эй, красавица Радха. Да чтоб тебе пусто было, Лала. 25 бикхов земли отдали. Буйволов. А теперь что, пришел забрать мертвые тела? 5 бикхов земли оставались. Ты даже их отобрал. Лала, когда придет смерть, будешь помирать собачьей смертью. Ничего страшного, ведь собака тоже создана Богом. Говори, зачем пришел? Деньги. Денег у нее сейчас нет. Да я всех готов простить. Кто тебя сюда звал? Да послушай же меня, красавица Камла, и вдумайся в мои слова. Ты объясни ей, что Шаму, опозорившись, убежал, но Сукхи Лала пока еще жив. Я за всем присмотрю. Забери обратно 20 бикхов земли, буйволов тоже возьми. И оставшиеся деньги, их тоже, считай, отдали. Мама, смотри, буйвол пришел. Мама, буйвол пришел. Не нужен нам этот буйвол. Мой буйвол пришел. Берджу, ты еще раз уйдешь от нас? Не уйдешь, правда, не уйдешь? А то я не буду с тобой разговаривать, я обижусь на тебя. Молодец. Ты не ушел, ты не уйдешь. Ты больше не уйдешь от нас. Если уйдешь, то я не буду с тобой разговаривать, Берджу. Уходи отсюда. Иди сюда. Уходи отсюда. Раму, выведи отсюда буйвола. Ну, хорошо, красавица Радха. Так же, как вернула буйвола, точно так же верни мне причитающийся мне долг. А как же еще? Что, не согласна на такую сделку? Как знаешь. Радха не продается, Лала. Она до самой смерти не будет торговать своей честью. Цена Радхи – ее дети. А за зерно возьмешь деньги. Уходи отсюда. Я говорю, уходи отсюда. Дания миханае то жина хи паде. पीना ही पड़ेगा।
боже мой, что же теперь будет? Завтра нужно собирать урожай, а если польется дождь, то нам нечего будет есть. Змея. Мама, я хочу есть. Поскорее приготовь. Все уже почти готово. Я сейчас посильнее разожгу огонь. Хорошо, сынок? Мама! Малыш, он даже палец не сосет. Нет. 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 Красавица Радха. Эй, красавица Радха. Ты звала на урожай, так я решил, схожу-ка я к красавице Радхе и заберу у нее свою часть. Если бы сегодня не пришел, то ты бы сказал, раз не пришел на урожай. Рам-рам-рам. Все-таки сгубила. Клянусь Богом, мне так жаль этих детей. Возьми, сынок, будешь горошек. Я не буду есть твой горох, я буду есть то, что готовит моя мама. Мама, я очень хочу есть. Мам, я есть хочу. Но там же ничего нет. Еда уже готова, сынок, готова. Зачем же ты так поступаешь со своими маленькими детьми? Что же я могу поделать? Сердце у меня такое. Не могу я смотреть на чьи-то страдания. Возьми, сынок, хоть ты возьми. Брось горох Раму. Брось. Что же ты за мать, Радха? Ешь, сынок, ешь. Возьми, возьми еще. В эту руку тоже возьми. Молодец. Ешь. Берджу, выбрось горох. Выбрось. Берджу, тебе кто дороже, мать или горох? Ну надо же. Мать и дитя, одна сатана. По крайней мере, на душе легче стало. Радха. Сукхилала, очень терпеливый человек. Когда твой гнев остынет, то еще раз подумай над моими словами. Берджу! Берджу!
сынок. Бирджу! 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 Сынок! Бирджу! 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 Сынок! Бирджу! Сынок! Бирджу! 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 Сынок, Бирджу. Мама, я хочу есть. Мама, хочешь есть? Да, сынок, да. Я дам тебе горох. Я дам тебе горох. Мама, я хочу есть. Я хочу есть. Мама, у Лалы много гороха. Мама, я хочу есть. У Лалы много гороха. Я принесу. Да. Сейчас принесу, сынок. Мама, у Лалы много, много, много. Добро пожаловать. Красавица Радха решила осчастливить дом Лалы. Какой я счастливый, какой счастливый. Заходи, заходи в дом. Проходи. Заходи в дом. Мои дети голодные. Дай мне еды, Лала. Дай мне еды. Дай мне еды, дай еды. Дай еды. Мои дети голодные. Я понял, понял. У Лалы много, очень много еды. Не только шею, до самых ног Лала оденет в золото свою Радху. Клянусь Богом, не беспокойся, красавица. Тот, кто будет держаться за мою руку, всегда будет в достатке. Сукхи Лала, если даже заведет себе собаку, то на ее шею натянет золотую цепь. Золотую. Клянусь Богом, ты похожа на Лакшми, богиню богатства. Идем. Похожа на Лакшми, богиня. Ты пришла в облике Радхи непорочной. А раз ты пришла в моем облике, то посмотри, как растопчут твою честь. И я не уроню ни одной слезинки. Когда ты поднимешь груз всего мира, тогда станут почитать материнство. Попробуй стать матерью, и твоя воля пошатнется. Ты не унесешь отсюда богиню. Не смей, Радха, не прикасайся к ней. Оставь ее, Лала. Я говорю, отпусти. Она дала тебе богатство, а меня, сделав нищей, бросила к твоим ногам. И я скажу богине, что показывать дорогу легко, но идти по ней очень трудно. Сидеть и смотреть представление легко, а самой играть в этом спектакле всю жизнь очень трудно. Очень трудно. Я скажу богине, что может сделать отчаявшаяся мать ради своих детей? До какой степени она может упасть? До какой степени может упасть? Богиня, ты не можешь дать мне силы. Тогда возьми честь, возьми мою честь, богиня. Я не могу принести в жертву своих детей. Я не могу принести в жертву детей, богиня. Возьми честь. Возьми мою честь, богиня. Он придет. Он жив. Радха, это ожерелье, как заход солнца, оно больше не поднимется. Долг женщины материнства, помни это. Хорошо, что ты пришла ко мне, иначе твои, как луна, дети умерли бы. Идем. Идем. Мои дети не умрут. Богиня вернула мне силы. И моих детей она тоже вернет.
Обязательно. Конечно, Рака. Конечно, вернет. И мужа вернет, и детей даст, но только Сухи Лала. Пусти. Все даст Сухи Лала. Куда ты не уйдешь? Что ты делаешь? Что ты делаешь? Убивают! Невестка Радха, а разве ты не поедешь? Вся деревня уезжает. Нет, Камла, я не поеду. Значит, ты хочешь умереть здесь с голоду? На этом поле 2 года ничего не будет расти. Я не брошу дом, Камла. А вдруг он придет? तुम्हारी गलियां तुम्हारी ये बस्ती।
Ну надо же, Радха, ты просто изменила лицо всей нашей деревни. Скажу правду, за 20 лет не видела и не слышала о таком урожае. Даже кажется, что урожай будто растет не с земли, а падает с неба. Прямо с неба. Тогда чего же ты беспокоишься, Лала? Твою треть урожая для тебя уже отложили. Хорошо. Иди забери. Джвала Сингх, Пахар Сингх, идемте грузить. Бирджу, сынок, как твое здоровье? Встань, пожалуйста, сынок, это же моя часть урожая, верно? Лала... Сначала покажи долговую книгу, потом смотри на мое зерно. Даже так. Значит, ты будешь смотреть долговую книгу. Настали такие времена, сынок, что Сукхи Лала придется показывать свою долговую книгу. Послушайте, братья, Бирджу будет смотреть долговую книгу Сукхи Лала, сынок. Твой отец их не читал, ты как же их прочитаешь ты? Долги отца будет отдавать сын. Смотри, сынок, смотри. Покажите-ка ему долговую книгу. Эй, ты, вставай. Вставай, говорю. Бирджу. Бирджу. Лала, что ты делаешь? И не стыдно тебе? Я уже постарела, отдавая тебе твою часть урожая. А теперь, ради горстки зерна, ты поднимаешь ружье на моего сына? Да ради него я готова бросить тебе в лицо целых 10 урожаев. Забирай. Кто тебе велел поднимать на него ружье? Если хочешь им воспользоваться, иди служить в армии. Зачем ты вообще его носишь с собой? Я им сказал, чтобы они показали ему долговую книгу Радха. Давайте, забирайте зерно. Чего уставились? Не смей. Бирджу. Мама, я не дам ему забрать зернышко. Бирджу! Бирджу, если должны, то придется отдавать. Отойди. Забирай свое зерно. Будь счастлив, сынок. Ну что оставили, забирайте. Бирджу! Сынок! Бирджу, брось это! Мама! Я не дам ему забрать это зерно. Мы, как буйволы, пахали землю, мы поливали ее своим потом, голодали, чтобы вырастить этот урожай. Если мы не можем наполнить этим зерном свой живот, то я сожгу его. Нет, Бирджу, нет. Скажи ему, пусть покажет долговую книгу. Хочешь посмотреть долговую книгу? Сейчас дам.
Тетя Сундар, возьми, вот. Смотри, читай. Читай, сынок. Мама, прочитай ты. Ну что же, братец, пусть кто-нибудь другой прочитает. Прочти ты. Читай же, братец, зачем стесняешься? Бирджу хочет понять все расчеты, так объясните ему. Дядя, прочти ты. Бирджу, это же наука. Если бы мы умели читать, то разве настал бы такой день? Значит, мы прикладываем палец не зная куда. Даже твоя бабушка приложила туда свой палец. Пандиджи, Пандиджи, твоя корова забрела на кукурузное поле, ее ведут на бойню. Ведут на бойню? Да. Чандра, дочка, иди-ка скорее сюда. Пройдись-ка с ними до буквы К, а я побежал. Моя корова. Что дальше? Дальше кувшины деревенских девушек, твои камни, игры в кабадди и дубинку. Через 3 года пришел и спрашиваю, что после У? Где ты был? Здесь, где же еще? Спрятавшись за дерево, Тамаринда каждый день смотрела на тебя. Спрятавшись? Почему? Тебя-то я не боюсь. Но что-то похожее на страх есть. Ты боишься рогов на моей голове? Да нет. Ты очень хорошая. Ты лучше всех девушек в деревне. Ты прочитала столько книг, а я только... А, и, у, знаю, и больше ничего. Мне очень стыдно перед тобой. А сегодня не стыдно было? Сегодня тоже стыдно. Но сегодня приходил Сукхи. Мне до завтрашнего утра нужно прочитать все книги от А до долговой книги Сукхилала. Бирджу, ты хочешь прочитать долговую книгу Сукхилала? Ведь это самая трудная наука, верно? Там нет науки. Есть. Я видел своими глазами. Я всем показывал эту книгу, там точно такие же буквы. Чандра, чтобы вернуть ему его 500 рупий, мы 20 лет ежегодно отдаем Сукхилала третью часть своего урожая. Он отобрал у нас даже наши 20 бикхов земли. Сняв с рук моей матери золотые браслеты, завязал ей на запястье черные нити. Но по его книгам мы до сих пор должны ему. Какая жестокая наука. Почему она такая жестокая? Я хочу прочитать это и хочу понять. Очень хочу. Хочешь понять? Хорошо. Вот 25 бикхов земли твоей бабушки. Она заложила ее за 500 рупий. Первый урожай стоил 400. 3 части отдали как проценты, 1 часть съели вы. Точно так же следующий урожай стоил 400 рупий. 3 части пошли под проценты за суду, а 1 часть съели вы. Таким образом, за 20 лет вы вот столько отдали в виде процентов. Земля тоже ушла на их уплату. Но это же моя земля. Это моя мать, и никто не сможет ее у меня отнять. Как шла жизнь, до сих пор так и будет идти. Я изменил ее. И я понял эту науку. Я все скажу матери. Я расскажу всей деревне, вот увидишь. Я заберу у него свою землю и верну землю всей деревне. Сукхи вор. И я поймал его за руку. Я этого так не оставлю. Послушай, Бирджу, не смей говорить всякие глупости о моем отце. Иди, иди, побереги голову своего отца, а не то я обрежу ее. Обрежешь? Только попробуй.
Послушай, Рупа, не связывайся со мной. Иди своей дорогой. А это дорога твоего отца? Что, за руку схватишь? Вот увидишь. Твоя свадебная процессия вернется с полдороги назад. Даже если это будет стоить мне жизни. Ладно, ладно, трусливый шакал. Чтобы вернуть мою свадебную процессию, понадобится человек с 12 головами. Ты погоди. Не убегай. Иди, иди, сын труса. Рупа. Боже мой. А ты откуда взялась невестка? Послушай, Биржу, я тебе не невестка. Сегодня нет, а завтра станешь. Чего ты плачешь? Ты разбил уже 10-й кувшин. Невестка, послушай меня. Я тебе не невестка. Да послушай же меня. Говори. Я ходил к священнику и сравнил гороскопы твой и брата Раму. Врешь. Клянусь тобой, я обещал дать ему за это 2 кило маиса. Правда? Да. Ах ты негодяй, ты опять разбил кувшин. Ты что это думаешь, я горшечник и сам их делаю. Берджо, зачем ты бьешь кувшины? Ну хорошо, давай сюда трубку. Отдай, Берджо, твоя мать увидит, поднимет шум. Берджо, Берджо, отдай трубку, увидит твоя мать и убьет меня. Берджу. Рам, рам, рам. Берджу, совсем я с тобой измучилась. А ты чего здесь стоишь? Сколько раз тебе говорила, не приставай к ней. Ответственность за его сестру лежит на моих плечах. Они волоска не оставят на моей голове. Тетя, если не приставать к невестке, то что мне к тебе приставать, что ли? Да замолчи ты, негодник. Какая она тебе невестка? Сколько раз тебе говорила, отправь эту девчонку обратно в ее деревню. Говорила. Раму увидел, невестка Радха тоже дала согласие. Что же ей здесь теперь делать? Я не давал ему трубку. Куда же ты бежишь такая мокрая? Пусти меня. Не задерживай. Что случилось? Дай мне пройти. Скажи хоть что-нибудь. Что случилось? Ну скажи же, наконец. Пусти меня. Я уезжаю в свою деревню. Почему? Берджу. Берджу? Да. Так что случилось? Берджу! Что он сделал? Берджу! Ну что он натворил? Чего боишься? Говори. Берджу? Ну? Мне стыдно. Стыдно? Пусти. Говори. Это не для твоих ушей. Ну, пусти же. Чампа, заклинаю тебя. Правда. घूंघट नहीं खोलूं, घूंघट नहीं खोलूं।
там? Вор, наверное, это вор. Давай скорее ружье, скорее. Кто там? Уважаемый, есть 20 узлов хлопка, возьмешь? А там хлопка или ты соломы наложил? Посмотри. Говори тише, это же большой риск. Нужно будет все взвесить и посмотреть. Кто будет взвешивать? Возьми 50 рупий и давай товар. Ну вот еще, это не ворованное, а честно заработанное. Возьму пару золотых браслетов. Если они у тебя есть, то давай. Нет, я пошел. Послушай, иди сюда. Послушай. У тебя есть пара золотых браслетов? Вот браслеты по 45 граммов золота в каждом стоят 25 рупий. Возьми. Эти золотые браслеты наденет моя мама. У них 45 граммов? Да, конечно, 45 граммов. В таких делах я никогда не обманываю. Этим занимается суки Лала. Давай, иди. Иди и уходи. Смотри, толстяк. Если в них не хватит хоть песчинки, то этим ружьем я сделаю в тебе дырку. Да-да, обязательно. Давай, иди. Эй, доставай мои деньги. Деньги? Вот именно, 25 рупий, ты их только что доставал. Да-да, возьми, конечно. Что ты делаешь? Пусти меня. Пусти. Мам! Бирджу, 2 дня тебя не было дома. Где ты был? Я так на тебя обижена. Куда ты ходил? Говори. Ну, говори. Будешь еще так делать. Я тебя спрашиваю, где тебя носило 2 дня? Почему ты ушел и не спросил моего разрешения? Я очень обиделась. Я не буду с тобой разговаривать. Почему ты не говоришь, где ты пропадал? Мама, я был здесь, я никуда не пропадал. На кого ты похож? Мама, на берегу реки, под фиговым деревом, я смотрел на чудо Всевышнего. Смотрел на чудо Всевышнего? Да, мама. Туда пришел один святой человек. С длинной бородой. Строгий и важный. У него были такие длинные волосы. И мама, его обед всю ночь напролет стоять вниз головой на одном гвозде. Вот так. Что ты делаешь? И он стоит так каждую ночь. Неужели? Махарадж мне очень обрадовался, говорит: «Бирджу, сынок, чего ты хочешь?» Я сказал: «Махарадж, мне ничего не нужно. Если хочешь что-то дать, то дай для моей матери 2 толстых-притолстых золотых браслета». Послышался голос: «Закрой глаза, сынок». Ты тоже закрой глаза, мама. Открой свои глаза. Открой свои глаза, мама. Но зачем ты попросил золотые браслеты? Почему ты не спросил, где сейчас твой отец? Почему не спросил, когда он придет? Идем, сынок, идем. Отведи меня сию минуту к этому святому человеку. Мама, дело в том, что я как раз собирался спросить его об отце. Но только я оторвал взгляд от браслетов, то, что я вижу. Ни святого человека на берегу реки, ни фигового дерева, ничего. Знаешь, мама... В следующий раз, когда он вернется, я сразу же отведу тебя к нему. Ты встретишься с ним и спросишь все, что ты хочешь спросить об отце. Ладно, мама. Взгляни, мама, как идут к тебе эти браслеты. Мама? Браслеты. Браслеты. Мама? Посмотри. Раму? Раму? Посмотри, Бирджу принес мне браслеты из настоящего золота. Это чудо совершил святой человек. Мама, это не чудо святого человека, это чудо Бирджу Махараджа. Что ты говоришь? Ну что, Бирджу Махарадж, ты это чудо начал показывать? Куда ты идешь? Перестань. Не успел войти в дом, а уже затеваешь ссору. В чем все-таки дело? Скажи мне. Мама, твой Бирджу вор. Не разговаривай со мной так. Вор. Раму. Мама, я вор? Пусть кто-нибудь скажет мне в лицо, что мой Бирджу вор. Нет, нет, конечно, нет, твой Бирджу очень хороший, он же надел тебе золотые браслеты, Радха. Эй!
Лала, называй ее сестрой. Я опять же с этим согласен. Радха Деви. Только ради тебя я не написал заявление в полицию. Не то у меня есть два свидетеля. Весь хлопок своровал твой мальчишка, а ты сидишь в этих браслетах, поняла? Это несправедливо. Я говорю, заплатите мне сейчас же свой долг, иначе я этого так не оставлю. Иди, иди. Иди, пиши заявление. Хлопок был мой, я и забрал его. Вор не я. Вор ты. 15 лет ты мучаешь мою мать. Ага. Конечно, я вор. Мой отец вор, мои усы тоже виноваты. Но, сынок, когда ты будешь дробить камни в каменном замке, тогда ты все поймешь, понял? Я пошел. Радха Деви, а ты ничего не предпринимай. Подожди, Лала. Что? Забудь о том, что произошло. Я верну тебе все до зернышка. Берджу сумасшедший, Лала. Мама, дай браслеты. Мама, не снимай этих браслетов. Ты надел мне краденые браслеты, ты воруешь, ты обманываешь меня, ты говоришь мне неправду, не нужны мне твои браслеты. Я не буду носить их. Пусти мои руки. Раму пусть отпустит мои руки. Пусти, Берджу. Раму не вмешивайся. Берджу, отпусти. Не надо. Берджу! Пусти, Берджу! Мама, я не дам снять эти браслеты. Пусти! Раму, Раму, подожди! Ты не снимешь эти браслеты, мама, не снимешь! Берджу, Берджу, сынок! Заклинаю тебя, отпусти мои руки! Заклинаю тебя, Берджу! Забирай. Это тоже твоего отца. А это отдай в приданное своей дочери. Это же деньги, Берджу. Деньги. Возьми их себе на похороны. Я осел, если буду еще работать. ना मैं भगवान हूँ ना मैं शैतान हूँ दुनिया जो चाहे समझे मैं तो इंसान हूँ भगवान हूँ ना मैं शैतान हूँ अरे दुनिया जो चाहे समझे मैं तो इंसान हूँ मुझ में भलाई भी मुझ में बुराई भी लाखों है मैल दिल में थोड़ी सफाई भी मुझ में भलाई भी मुझ में बुराई भी लाखों है मैल दिल में थोड़ी सफाई भी थोड़ा सा नेक हूँ थोड़ा बेईमान हूँ अरे दुनिया जो चाहे समझे मैं तो इंसान हूँ ना मैं भगवान हूँ ना मैं शैतान हूँ भाई दुनिया जो चाहे समझे मैं तो इंसान हूँ ना कोई राज है ना सर पे ताज है फिर भी हमारे दम से धरती की लाज है ना कोई राज है ना सर पे ताज है फिर भी हमारे दम से धरती की लाज है तन का गरीब हूँ मन का धनवान हूँ अरे दुनिया जो चाहे समझे मैं तो इंसान हूँ ना मैं भगवान हूँ
Krishna, main shaitan hu. Duniya jo chahe samjhe, main to insaan hu. जीवन का गीत है सुर में ना ताल में उलझी है सारी दुनिया रोटी के जाल में जीवन का गीत है सुर में ना ताल में उलझी है सारी दुनिया रोटी के जाल में कैसा अंधेर है मैं भी हैरान हूँ अरे दुनिया जो चाहे समझे मैं तो इंसान हूँ ना मैं भगवान हूँ ना मैं शैतान हूँ ओ दुनिया जो चाहे समझे मैं तो इंसान हूँ Смотрите, куда полетит этот чижик. Всегда ты попадаешься на моем пути. Давай, отойди. Не то вместе с чижиком и ты полетишь. Смотри, сейчас перелетит через пруд. Вот теперь перелетел. Рупа. Это браслеты моей матери. Возможно, но теперь они моего отца. Твой отец пригрозил нам и забрал эти браслеты. Скажи, пусть держит их под замком, не то вместе с браслетами заберу еще кое-что. Иди, иди, забирай какую-нибудь родственницу. Тетя Радка, вручни своего Бирджу, не то плохо будет. Что случилось? Говори. Почему не говоришь? Скажи ты, я плачу. Тетя, мы... Помолчи. Я скажу. Тетя Радха, мы все купались в реке. Неожиданно появился он и начал заигрывать с нами. Что еще сделал мой Бирджу? То чижиком ударит, то камнем разобьет кувшин. Он мне разбил 3 кувшина, а мне 4, а мне 5, а мне 6. Тетя, а мне не разбил ни одного. Пусть только появится, я ему голову оторву. Где моя палка? Возьми, мама, изруби его на кусочки. Сегодня я на самом деле оторву ему голову. Пристает к деревенским девушкам, пристает к своим сестрам. И ты послушай, если ты в этом виновата, то я и тебе голову проломлю, поняла? Бог ты мой, кажется, я попал на женское собрание. Простите, уважаемый, я пошел. Бирджу, иди сюда. Мама, что все это значит? Это правда? Ты пристаешь к девушкам? Я пристаю к девушкам? Нет, мама. Ты ходил к реке? К реке? Я всегда здесь, мама. Кто это говорит? Я говорю. Когда это я к тебе приставал? Пугал меня змеей. Говорит, змеей пугал. Говорит, пугал змеей. Мама, разве можно взять в руки змею? Она говорит, пугал змеей. Приставал или нет, но змею ты наверняка держал в руках, Бирджу, когда ты был маленький. Даже тогда ты ловил змей, бегал за ними в поле. Ну что ты на себя нацепил? Брось вниз. Мама, эти туфли мне жмут. Брось, я говорю. Бирджу. Послушай, мама. Нет. Нет, ты послушай. Ты ее выслушал, теперь послушай меня. Нет, нет, не буду тебя слушать. Тебе придется меня выслушать. Я не желаю слушать тебя. Нет, 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 я не буду тебя слушать. Нет, Бирджу, нет, нет, нет. Прошу тебя. Говори, что ты хочешь сказать? Мама, я не приставал к ней. Это она пристает ко мне? Да? Да.
Говори при матери. Я приставал к тебе или ты ко мне? Ты приставал, ты! Я приставала. Мама, видела? Теперь ты убедилась, что я не приставал. Змея! Бирджу, змея, змея! Змея! Бирджу, что ты делаешь? Что ты делаешь, Бирджу? Осторожно, Бирджу! Бирджу, отойди, отойди, осторожно, отойди! Я же сказала, отойди, отойди! Клади на поднос. Давай, брат, неси. Давай же, поторопись. Мама, я очень вкусно приготовил, так вкусно приготовил. Раму! Раму! Послушай, скажи ему, что я не хочу с ним разговаривать. Мама, хотя бы поешь. Я не буду есть, скажи ему. Мама, если приведешь 4 невестки, даже они не смогут так вкусно приготовить. Хотя бы попробуй. Раму, скажи, чтобы он отпустил мою руку. Я не буду с ним разговаривать и есть не буду. Пусть отпустит мою руку. Ну хорошо, мама. Раму? Больше я не буду приставать к девушкам, даже смотреть на них не буду. Пусти. Мама, хочешь, я попрошу у тебя прощения за Бирджу? Отойди. Да послушай, мама. Я говорю правду, мама, я... Да хватит, достаточно, не надо. Строишь из себя пареньку, я и про твои проделки знаю. Ночью втихомолку ходит встречаться с Чампой. Говорит, моя корова больна. И не стыдно тебе? Разговариваешь с ней до свадьбы. Я завтра же скажу Камле. И ее завтра отправят в деревню. Зачем ты так жестоко, мама? Виноват Бирджу, а ты срываешь зло на мне. Отойди. Да, мама, Раму очень хитрый. Сажает ее на дерево тамаринды и кормит ее плодами. Ну, поешь, мама. Раму, скажи ему, пусть отпустит меня. Я не с ним разговариваю. Бирджу, пусти. И вставай петухом. Пока ты не встанешь петухом, мама не будет разговаривать и не будет есть. Вставай петухом. Посмотри, мама. Бедняга стал петухом. Хоть теперь поешь. Я не буду есть. Ну и не надо. Я-то голодный, я поем. Не смей. Поставил его петухом, а сам будешь есть. Давай ты вставай петухом. Совсем вы меня измучили. Обо мне никто не заботится. Уходите, я не буду есть. Мама, если ты не будешь есть, то мы всю жизнь будем стоять петухами. Ну хорошо, сядьте нормально. Сегодня я поем. Бирджу, давай покорми мать. Вот, мама. Кушай. Раму, скажи ему, ссора еще не закончилась. Бирджу. Ссора еще не закончилась. Мама сказала. Бирджу, я тебе ничего не сказала перед теми девчонками, но сегодня послушай меня внимательно. Я могу простить любую твою шалость, но до самой смерти не прощу, если ты позаришься на честь какой-нибудь деревенской девушки. Убью и тебя, и себя. Я ненавижу такие дела. Завтра же утром начну приготовление, чтобы женить вас обоих. Ну, мама, ты смотри, не ошибись в выборе. Я все знаю. Спите. Живо. Хир.
повесилась. Что? Чампа повесилась, я ничего не сделала, клянусь тебе, я ничего не сделала. Что же ты наделала, Чампа? Я каждый день кормила тебя лепешками, я даже собиралась выдать тебя замуж. Сестра Радха тоже дала согласие. Если тебе так не нравился Раму, то мне бы сказала, я бы нашла другого парня, и ты бы вышла за него замуж. Чампа, что же ты наделала? Что ты наделала? Чампа, что ты наделала? Я пришла не для того, чтобы пить из рук Чандры щербет. Я пришла забрать ее в свой дом. Когда ты придешь в мой дом, то я попрошу ее налить тебе щербета. Что ты скажешь? Столько времени я думал об этом. Ты же знаешь, что родители Чандры утонули в реке при наводнении. Она была вот такая, когда я привел ее в свой дом. Твой сын мне очень нравится, но я слышал, что ты сватала Чампу, дочь сестры Шамбу. Нет, нет, мы договорились о свадьбе Чампы с Раму. Ее я пришла просить для своего Бирджу. Для Бирджу? А что? Во всей деревне не сыскать такого парня, как он. Он, конечно, озорник, но ведь и ты был молодой. Появятся обязанности, и озорничать перестанет. Но у него плохая репутация. Целыми днями карты, по ночам игры на деньги. Только ты не выдай меня. Слышал, что Сукхилала собирается посадить его в тюрьму. И к его дочери он пристает. Ты бы попридержала его. Да, да, и ты тоже пой эту песню вместе со всей деревней, мой Бирджу плохой. В нем нет ничего хорошего, а все остальные святоши. Я приходила говорить о его свадьбе, а ты его чернишь прямо мне в глаза. Послушай, Бирджу, не смотри на меня так, мне страшно. Тогда ответь мне. Я приставал к тебе? Нет, нет. Когда это было? Это мы приставали? Кто говорит, что ты приставал? Пандит Прасад говорит. Он... Он только что сказал моей матери, что он Чандру не выдаст замуж за Бирджу. Твоя свадьба с Чандрой? Тетя Радха ходила сватать, и он отказал. Вот и хорошо, я очень рада. Чтобы ты никогда не женился, ни на ком не женился. Бирджу! Бирджу! Поэтому никто и не хочет отдать тебе свою дочь. Ты плохой. Очень плохой. Из-за тебя я опозорилась в глазах тех, кому сваталась. Из-за тебя мне отказали. Я никогда не женю тебя. Я женю Раму. Буду нянчить его детей. А ты? Ты всю жизнь завидуй ему. Я думал этой ночью, что когда я женюсь на тебе, то я стану очень хорошим. Теперь я никогда не женюсь и не буду хорошим. Бирджу, а ведь ты уже женат. Ты женился на земле этой деревни. Она твоя невеста. Сукхилала насильно забрал ее. Разве ты не выкрадешь и не приведешь обратно? Приведу. Обязательно приведу. Хорошо, что я не женился на тебе. Теперь не о чем беспокоиться, буду я жить или умру. Мама мечтает женить сына. Женив Раму, ее мечта исполнится. Ты придешь на свадьбу, Раму? Oh, gaadi wale gaadi dheere.
चमचम करती गाड़ी हमरी जाए फर फर भागे सबसे आगे कोई पकड़ ना पाए ओ गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँ फेरे नजर ना लागे गोरी काहे मुखड़ा खोले देख नजर ना लागे रे गोरी काहे मुखड़ा खोले ओ नैनो वाली घूंघट से ना झांक रे होए ना कर ऐसी बतियां गोवल बेली बीच डगरिया ना कर ऐसी बतियां ओ सुने सब लोग वा कटे नाक रे होए раз я видел тебя, сколько разговаривал с тобой. Но сегодня я будто увидел тебя впервые. Да брось ты это. Я иду в поле, готовь еду и приходи поскорее. А если мама запретит? Я скажу ей. Нет, нет, не надо. Ну, пусти же. Ну, кого ударить? Его. Да, что ты будешь делать? Не попал, не попал, не попал. Слабо ударил. Отстань, Бирджу. Отдай, отдай. Не то скажу твоему брату, что ты играешь в кости. Давай, скорее доставай, что принесла поесть. Что это? Бирджу съел. Бирджу играет в кости.
С Костей? Где? Брат Рама идет. Бежим, бежим. Эй, Бирджу, куда удираешь? Я убью тебя. Дай поесть. Сначала передохни и вымой руки. Уже помыл. Дай поесть. Что-то не похоже. Что ты сказала? Где твой брат? Откуда мне знать? Наверняка кормит своих ослов. Тогда почему поесть просишь ты? Ты наверняка уже сыт. Послушай, невестка, не шути со мной. Надо же, брат Бирджу. Тебе не перешла дорогу черная кошка? Что это за лепешки? Иди и отдай коровам. Не нравятся лепешки, приготовленные моими руками? Тогда приведи себе повариху из дома Сукхилала. Что случилось? Бирджу ударил меня по лицу. Он ударил один раз? Так ударь меня два. Невестка, сколько раз говорила тебе в таком положении, не поднимай столько. Невестка, невестка, невестка. Мама, ты идешь набрать воды, я что, умер? Замолчи, ты скоро станешь дядей, а дома совсем нет воды, дай мне пройти. Ты посиди с невесткой, я принесу воды. Ты пойдешь к колодцу набрать воды? Ну и что из того? А что скажут девушки? Что скажут? И тебе не будет стыдно? Пусти. Мама, девочка или мальчик? Мальчик, мальчик, Бирджу. Бирджу, что ты делаешь? Уронишь? Отец Раму, я стала бабушкой. Не придешь взглянуть на своего внука? Бирджу, Бирджу, что ты делаешь? Ну, что ты делаешь? Уронишь? Прекрати сейчас же, поставь. Поставь вниз, поставь сейчас же. Бирджу, уронишь. Поставь. Поставлю точечку, а то сглазят. Какой милый малыш. Ты сынок Раму? И откуда ты? Ты откуда такой красивый? Ну, откуда ты?
दे मोरा मनवा बरसे गुलाल रंग मोरे अंगनवा दे मोरे अंगनवा अपने ही रंग में रंग दे मोहे सजनवा तोरे कारण घर से आई तोरे कारण हो तोरे कारण घर से आई हूँ निकल के सुना दे जरा बांसुरी Отпусти, Бирджу! Бейте его! Группа, что случилось? Что случилось? Что? Нет! Отойди, мама. Нет, Бирджу, не надо. Что сделал мой сын? Он покушался на честь деревенской девушки. Бирджу, ты покушался на честь деревенской девушки? Ты у нее спроси. Замолчи. Ты покушался на честь девушки. Ты же обещал мне. Ты же обещал. Обещал или нет?
что никогда близко не подойдешь к девушкам. Я же просила тебя. Мама, ты у нее спроси. Почему ты меня не послушал, Берджу? Ты же обещал мне, обещал. Мама. Что ты делаешь? Пусти меня, пусти. Мама. Я убью его. Это несправедливо, мама. Почему ты одно видишь, а другое не замечаешь? Эта девчонка виновата не меньше. Она такая же хорошая, как плохая. Если не веришь мне, то спроси у деревенских девушек. Мама, в день моей свадьбы Берджу, дав ей покрывало, хотел сделать ее своей сестрой. Спроси ее, пусть скажет. Нужно мне его покрывало. Кому нужно такое старье? Замолчи. Слышала, мама? Да, мама, Берджу говорил ей, не бросай в меня краску, не бросай. Но она все время бросала в него краской. И, сверкая перед ним браслетами, злила его. Ты не знаешь, мама, она это делала специально. Эта девушка. Но я спрашиваю, какой девушке Берджу не перебегал дорогу? Какой девушке он не разбил кувшин, наполненный водой? Отвечайте, ваши дочери делали это специально. Клянусь Гангой, я до сих пор ни разу не смотрел косо ни на одну девушку в нашей деревне. Лала, не развязывай мой рот. Это вина не Берджу. Твои грехи всплывают наружу. Шамбу, останови свою женщину. С мужчиной спорит. Лучше молчи. Идем. Заканчивайте спор. Сначала напоили его спиртным, потом вся деревня напала на него с палками. Вставай, Берджу, вставай. Прикоснись к ногам Лалы и попроси у него прощения. Да, иди и прикоснись к ногам Лалы. Прикоснись к ногам Лалы. Прикоснусь. Не к ногам, а к горлу. Лала. Никто не может надевать браслеты моей матери. Давай их сюда. Давай. Иначе вместе с браслетами заберу твою дочь. Сынок, если ты хочешь, чтобы твоя мать надела эти браслеты, так мне скажи, я их ей надену. Вот увидишь. Лала. Как несправедливо, Лала. Зачем ты так жесток? Нет, он не может больше жить в этой деревне. Не может жить в этой деревне. Я умоляю тебя, Лала, не делай этого. Житель деревни, скажите вы, он может жить в этой деревне? Нет, не может. Лала, не поступай так. Теперь и моя жизнь в опасности. Чего вы смотрите на меня? Поднимите его и выбросьте за пределы деревни. Хватит с меня, достаточно. Держу. Нет, не выгоняйте его из деревни, я умоляю вас. Вы его так избили, так жестоко поступили с ним. Один раз простите, прошу вас, простите его на этот раз. Прошу вас, Берджу, Берджу. Радха, теперь этот парень тебе не по силам. Не бери на себя за него ответственность, он окончательно опозорит имя тети Сунда. И тебя в деревне тоже перестанут уважать. Нет, нет, больше он ничего не сделает, больше не сделает. Он больше ни на кого даже не посмотрит. А если он пристанет к какой-нибудь девушке, то я сама убью его. Я обещаю вам, он больше ничего не сделает. Я клянусь вам. Один раз простите, я прошу вас, простите его. Он больше ничего не сделает. Ничего не сделает. Прошу вас. Ладно, ладно, пусть остается. Берджу. Если ты шагнешь за порог этого дома, то я тебе все кости переломаю, поняла? Я спрашиваю, как ты взяла эти браслеты без моего разрешения? Зачем взяла? Они мне нравятся! Замолчи! Магалва! Магалва! Ты иди и спроси у Сагар-Сингха, когда состоится свадебная церемония. Я не могу ждать, иди! Но, папочка, я же еще очень маленькая. Джвала-Сингх, застрели меня! Застрели меня! Неси ружье! Неси ружье! Неси ружье! Кто здесь? Кто здесь? Буду стрелять! Я буду стрелять! Кто здесь? Кто здесь? Кто здесь? Буду стрелять! Кто здесь?
Что ты спрятал? Ничего. Ничего. Покажи мне. Хочешь посмотреть? Это ружье. Я украл его, чтобы убить Субхи Лала. Нет. Если ты убьешь его, то что же будет с тобой, Бирджу? Мне все равно. Повесят, ну и пусть. Люди Лала изрежут мне на кусочки, ну и пусть. Убьют из ружья, ну и пускай. Нет, Бирджу. Пусть все пули попадут в меня, я буду рад. Я убью Субхи Лала. Убью его. Нет, Бирджу. Нет, мой дорогой. Выброси это ружье. Выброси. Я с таким трудом вырастила тебя, Бирджу. Ты этого не знаешь. Ты не знаешь. Ты не знаешь, чего мне стоило вырастить тебя, Бирджу. Ты совсем не жалеешь свою мать. Как же я буду без тебя жить, Бирджу? Я же не могу без тебя жить, сынок. Не могу. А ты сам говоришь о своей смерти. Выбрось это ружье, выбрось. Ты создаешь мне новую проблему. Выбрось его. Выбрось. Мама, эти проблемы никогда не кончатся. До тех пор, пока Субхи Лала не умрет. Не бойся моей смерти. Умрет один Бирджу. Ну и что? После моей смерти у деревенских девушек появится покрывало. В домах земледельцев появится зерно, будут гореть очаги. Со смертью твоего Бирджу закончится царство зла. Принеси в жертву одного из своих сыновей. В деревне изменится жизнь. Нет, Бирджу. Нет. Оружие не поможет. Оружие не поможет. Ружьем ты не сможешь покрыть головы деревенских женщин. Ружье не даст твоих дома зерно. Ружье не зажжет их очаги, Бирджу. Взгляни на меня, посмотри. Я пятью бикхами земли смогла вырастить такого сына, как ты. В тот момент у нас даже еды не было. Я была одна. А сегодня нас трое. У нас есть еда. Здоровье, буйволы. Не сдавайся, сынок, не надо. Мы будем трудиться, будем работать. Бог изменит нашу жизнь. Изменит жизнь всей деревни. Пусти. Нет, Бирджу. Пусти меня, мама. Нет, я не дам тебе уйти. Нет, нет, Бирджу. Пусти меня. Бирджу. Пусти меня. Нет, Бирджу. Нет, Раму. Раму. Раму, помоги мне. Бирджу. Раму, Раму. Бирджу. Раму, отними у него ружье. Он украл его. Отдай, Бирджу. Отпусти, я сказал. Отдай Бирджу! Отдай Бирджу! Мама, сломай это ружье!
Мама! 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 Бирджу, остановись! Не ходи, сынок! Пусти меня! Бирджу, не ходи! Не ходи, сынок, не надо! Не ходи, сынок! Ты не моя мать, и я не твой сын! Бирджу, не ходи, не надо! Не ходи, сынок! Бирджу! Бирджу, не ходи! Не ходи, сынок! Раму! 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 Невестка! Невестка! Бирджу! Бирджу, нет! Нет, Бирджу! Нет, Бирджу! Кто-нибудь помогите, люди! Спасите! Спасите, люди! Бирджу! 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 Принеси нож, мама! Ты ранен, где Бирджу? Где? Лежи тихо. Пусти меня. Хозяин, хозяин! Пусти! Ее руки испачканы кровью, хозяин! Пусти! Хозяин, она спрятала Бирджу! Это она послала своего сына, чтобы убить меня! Это она! Это ты его убил! Ты, убийца, ты! Боже мой! Ну что вы смотрите? Оттолкните ее! Убью каждого, кто сделает шаг! Не бойтесь ее! Отгоните! Подождите всю шалому! Где бы ни был, он обязательно выползет! Вперед! Вперед!
Бирджу. 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 Сестра Радха. Сестра Радха. Она тебе не сестра, называй ее матерью. Буду называть ее матерью. Мама. О, моя мама. Бирджу едет. Бирджу. Где мой Бирджу? Где? Где Бирджу? Бирджу. Где? Мама, твой Бирджу прислал письмо, сестра Радха. Он едет, чтобы забрать мою руку со свадебной церемонии, а жених уже приехал и дожидается. Никто не сможет остановить его, кроме тебя, сестра Радха. Сегодня я умоляю тебя, спаси мою честь, сестра Радха. Прости меня. Я склоняюсь к твоим ногам, сестра Радха. Склоняюсь к твоим ногам. Я простила тебя, Лала. Я тебя простила. Ты его прощаешь, мама. Это же наш враг. То, что делает Бирджу, правильно. Раму. Рупа не только дочь Лала. Она дочь всей деревни. Рупа, моя честь. Твоя честь. Честь всей деревни. Лала, начинай свадьбу Рупы. Я несу ответственность. Мой Бирджу так не сделает. Нет, он не сделает. Раму, принеси мою палку. Мама. Бирджу. Мама. Бирджу. Куда же ты ушел? Что ты с собой сделал? Слезай. Идем домой. Я привяжу тебя веревкой. Никогда не дам тебе выйти из дома. Бирджу. Бирджу, не уезжай, не надо. Отойди, мама. Бирджу, они убьют тебя. Пусть убьют. Они же убьют тебя. Пусти меня. Не надо, заклинаю тебя, не надо. Мама, пусти. Бирджу, не надо, стой. Стой, Бирджу. Отойди. Бирджу, не надо. Стой. Бирджу. Бирджу-сын, ты пришел как раз вовремя. Клянусь Гангой, я так хотел тебя увидеть. Неси браслеты моей матери. Я их очень бережно хранил, сынок. Ты никуда не уходи, хорошо? Я сейчас принесу ключи. Что же ты делаешь, сынок? Я иду, чтобы принести ключи. Зачем ты так делаешь, сынок? Я же уже старик. А ты такой же проказник, как и был. Такой же хулиган. Присядь, сынок. Ты, наверное, устал. Бирджу, ты забыл? Когда-то ты убегал с моим зонтиком, а я кричал: Бирджу, Бирджу, отдай Бирджу, отдай Бирджу. Видишь, братец, они все так же блестят.
Брат Берджу, я же теперь все перепутаю. Я не смогу вернуть людям их имущество, их вещи. Нет, нет, Берджу. Нет, сынок. Не надо, это большая наука. Я выучил всю твою науку. С ее помощью ты забирал третью часть нашего урожая под проценты и оставлял нас голодными. С ее помощью ты отобрал нашу землю, наших буйволов, нашего отца. А на руках моей матери завязал черные нити. За одну горсть риса, один биг земли. Придя с пригоршней гороха, хотел получить за нее честь несчастной женщины. Сынок, тот горох я для тебя приносил. Я все помню, Сукхи. Я все помню. Я за все тебе отомщу. Ты бандит. Я тоже бандит. Меня не отпустит закон. Я не отпущу тебя. Отец! Берджу, твоя вражда была Сукхи. Сукхи уничтожен. Отойди. Берджу, мама дала обещание деревенским жителям. Я за него умру, я не дам тебе прикоснуться к рупе. Не дам! Берджу! Раму, отойди. Отойди, Раму, ты нужен матери. Я поклялся матерью, я не оставлю Рупу. Не оставлю ее. Нет. Мама, мама, помоги! Спасите меня, тетя Радха! Спасите меня! Спасите! Стойте там! Рупа, не убегай! Стой! Рупа! Рупа! Спасите меня! Берджу, отпусти ее, иначе я убью тебя. Ты не можешь меня убить. Ты моя мать. Я женщина. А я твой сын. Рупа, дочь всей деревни. Она моя честь. Берджу, я могу отдать сына, но честь отдать не могу. Можешь убить, стреляй. Я тоже не отступлюсь от своей клятвы. Берджу! Берджу, сынок.